Всем привет! Вы на канале Семейная кухня, и сегодня мы приготовим холодец из свинины. Для этого нам понадобится рулька и свиная ножка. И вообще все ингредиенты, которые я буду использовать, я напишу, как обычно, в описании под видео. Наш бульон закипел, и мы его убираем на медленный огонь и варим 3 часа. Прошло 3 часа, я добавляю одну морковь, одну луковицу, 2 лавровых листа. А черного перца горошка у меня не оказалось, поэтому я сюда положила пол чайной ложки молотого черного перца и посолила. За 20 минут до завершения бульона я выдавила сюда чеснок через чеснокодавку. Достала мясо, перебрала его и порезала. На дно миски выложила мясо, затем порезанную морковь, добавила бульон через сито и посыпала укропом. Кстати, кто готовит холодец первый раз, воду в течение варки не добавляйте. Холодец простоял всю ночь в холодильнике, вот такой в разрезе он получился. Я холодец люблю есть с уксусом и горчицей. Всем приятного аппетита!